тяжелом состоянии, бледные десны, не ходит, идет горлом кровь. А он только смотрит своими прекрасными глазами, в которых отражена боль и мольба о помощи. Самое интересное, что он был в клинике, и врач поставил диагноз «ранка во рту» и прижег ранку. А это отравление крысиным ядом. Сейчас он в надежных руках. Сразу приобрели противоядие и приступили к лечению. Да блин, подержи снова, не мешает мне. Опа, рвать его, блин, решила вдруг. Давай, блин, ладно. Открывайте пасть. Ой, вон, глянь, что есть, глянь, что есть. Блин, как есть. Икона, мать, какая-то фольга, глянь. Да прям легкое какое-то. Видишь, у нас на легкое похоже. Говяжье. Да, это фольга. А что за фольга, блин? Это не пачка как раз вот этой отравы, да? Название что? Да нет, какая-то мягкая фольга. Это какая-то как с баклажки, что ли. Крысиный яд. Это страшная боль. Но мы очень надеемся, что эта боль осталась в прошлом. Сегодня он чувствует себя хорошо, но по-прежнему в клинике. Ой, вкусно. Принеси нам еще. Ты все съел, сейчас мы тебе еще дадим. Острый же мало как-то. Сейчас еще дадим. Рядом плачет тоже наш щенок. Девочка с черепно-мозговой травмой. Но о ней мы расскажем позже. Ну, ты молодец такой. Назвали песика Рамис. Вот так он выглядит сегодня. Очень надеемся на его полное выздоровление. Это был июль прошлого года. Врачи сделали все возможное, чтобы поставить его на лапки. А затем долгая реабилитация, восстановление, щадящая диета. И малыш полностью здоров сегодня. А затем он переехал в приют. И он до сих пор в приюте. Иди сюда. С момента его выздоровления прошло более полугода, и мне удалось разыскать его в приюте. Посмотрите, какой очаровательный парнишка. Неужели он никому не нужен? Он маленький, до колена, 40 сантиметров, ему 3 года. Он абсолютно здоров, ласковый, нежный, ну, полное очарование. Ребята! Это Рамис, ему 3 года. Помните, мы его спасли от отравления ядом, крысиным ядом? Смотрите, какой добрый, ласковый ребенок. 2 года, 3, 40 сантиметров. Ему очень нужен дом. Что ж мы его спасли, а теперь бросили в приюте? Разве эти грустные, бездонные глаза могут оставить кого-то равнодушным? Девочка, около 3 лет, да? Будет 3? Да, 2 года, до 2. Смотрите, молоденькая. Что у нее с носиком. И уши обрезаны зверски. Боже мой, какой кошмар.
Что же это такое? Это цвет необычный. Алабая красивый. Пытались сделать. И не крупная. Цвет палевый такой. Не крупная, да. Девочка, хорошая. Хорошая, сантиметров 40. Ой, ко мне тут уже пришли. Вот Рамис пришел. Еще вот это какой интересный окрас. Смотри, какой окрас. Резинка хорошая. Тиграшечка такая. Такая тиграшечка. Смотри, какая. Все ласковые, все добрые. Замечательные. Все прям просто вот зверей пристраивали, да? Скажи, берите нам и рыженька. Домой. Всех домой, берите, берите домой. Да. Вот он. Боже, как мне жаль, Лили, вообще. Да, вот он такой, да. Красивый. Такой окрас красивый. Девочка это, да? Да. Девочка, керамист пришел. Мальчик мой хороший. Мальчик мой хороший. Девочка хорошая, ты добрая, краска, смотри, какая приличная собачка. Жалко такая, надо всем домой. Дочка-красавица Сали, которая уехала в Германию. А дочка вот 3 года уже сидит, ждет свой счастливый билет. Малышка пугливая, выросла в приюте. Привитая, стерилизованная. Возьмите девочку домой. Лиля! Ты где ее взяла? Я бежала, из вольера выскочила. Через вольер? Да. Нифига себе, смельчак. А ты знаешь, где она живет? Давай я тебе открою, да? Ой, она выпрыгнула тебя поцеловать. Какого? Звезда, блин. Ах ты хитрая. Выпрыгнула через вольер. Лохматая душа. Приют огромен. Кроме территориально, тут еще более 2000 животных. Если животное находится в приюте, значит, у него уже печальная судьба за спиной. Для кого-то здесь временное пристанище, для кого-то постоянное место жительства, а для некоторых это дом престарелых. И так больно смотреть, как угасает их жизнь в приюте. Пожалуйста, забирайте животных из приюта.